Доброго времени суток, дорогие друзья-читатели ресурсов «Ящика ответов». Сегодня будет разбираться статья из публикации за август месяц этого года. Она изучается на неделе с 26 октября по 1 ноября. Тема называется «Каждый в собрании Иеговы заслуживает нашего уважения». Она основывается на стихе из 1 Коринфянам 12:21. «Не может глаз сказать руке: ты мне не нужна, или же голова сказать ногам: вы мне не нужны». Эта статья поможет нам понять, почему каждому брату и сестре нужно относиться с уважением. И тексты, как обычно, будут приводиться из Синодальной Библии. Христианское собрание – это большая духовная семья, поэтому в ней, как и в семье буквальной, нет ненужных членов. Наш любящий отец Иегова позаботился о том, чтобы в собрании нашлось место для каждого его верного служителя. У всех нас в собрании разные роли, но все мы ценны в глазах Бога, и поэтому считать, что кто-то из соверующих не нужен собранию или является балластом, как мы однажды слышали от старейшины, было бы в корне неправильно. Поэтому мы сегодня будем часто обращать свое внимание на текст 1 Коринфянам 12:21. Апостол Павел на примере тела человека хотел донести не только мысль о том, что считать, что кто-то из соверующих нам не нужен, это неправильно. Более того, апостол хотел донести до христиан мысль о том, что все мы остро нуждаемся друг в друге. Если в теле Христа глаз нет, то рука не сделает то, что должна. И если нет ног, то побуждение головы идти бесполезны. Но смотрим в 1 Коринфянам 12:21. Хотите, чтобы собрание трудилось во славу Иеговы и приносило вам радость? Тогда учитесь осознавать, что мы друг без друга – ничто. Каким бы слабым или неинтересным нам ни казался наш соверующий, помните, что любой слабый и неинтересный служитель Иеговы ценнее в глазах Иеговы всех сильных и интересных этого мира. Подтверждение этой важной мысли смотрите, пожалуйста, 1 Коринфянам 1:26-29. Это поможет нам относиться ко всем братьям и сестрам с уважением и с искренним интересом с ними сотрудничать. Подобно тому, как согласно Ефесянам 4:16, члены тела слаженно взаимодействуют друг с другом. Давайте обсудим, как этого добиться на практике, в тех областях, где у свидетелей Иеговы выявлены проблемы. Подзаголовок «Старейшины. Проявляйте взаимное уважение». Старейшина для собрания – это благо, а старейшина, отражающий качество Иисуса Христа – это благо вдвойне. Требования для роли старейшины описаны в 1 Тимофея 3, с 1 по 10. Но грешный потомок Адама не сразу может отобразить в себе Христа. Поэтому все старейшины тоже разные. Кто-то еще неопытен, кто-то ограничен возрастом, а кто-то здоровьем, а у кого-то все сложилось благополучно. Он и речист, и здоров, и активен, и так далее. Но все равно он часть тела, согласно 1 Коринфянам 12:17-18. Поэтому к нему может быть больше внимания, и отсюда могут возникать проблемы. Например, такой старейшина впадает в соблазн считать себя самым важным звеном в собрании и думать, что он легко может обойтись и без других старейшин, занимаясь самоуправством. В таких случаях старейшину стоит думать как раз наоборот. Лишь совместное сотрудничество и обсуждение всех вопросов в свете Библии может принести пользу всему собранию. Этот факт отражен в Писании в текстах Деяния 15:6 по 15 и Римлянам 12:10. Если в собрании есть несколько старейшин, то риск первенствовать и заниматься самоуправством, как делал это Диотреф, гораздо меньше. В 3 Иоанна 1:9 находится яркий пример того, каким старейшине не надо быть.
обсуждения в атмосфере любви и уважения помогают принять взвешенные решения и больше опираться на Библию, чем если решение принимал бы кто-то один. Это нам хорошо известно из Иакова 3:17-18. Под заголовок «Проявляйте уважение к тем, кто не состоит в браке». В собраниях свидетелей Иеговы есть как семейные люди, так и те, кто не состоит в браке. Так как в этом мире менталитет наличия семьи – это признак нормальности человека, то к безбрачным относятся либо подозрительно, либо с сочувствием, как не к совсем полноценным людям, что встречается и в собраниях. Вот почему одинокие свидетели Иеговы чувствуют себя неловко. Что следует вспомнить в этом случае? Иисус, например, и сам не состоял в браке, и к другим безбрачным относился уважительно. Он знал, что некоторые христиане предпочтут оставаться безбрачными ради того, чтобы посвятить свою жизнь служению Иегове. Об этом выборе христианина упомянул Иисус в Матфея 19:11-12. Апостол Павел тоже оставался неженатым. Он никогда не утверждал, что христиане не должны вступать в брак, понимая, что это личное дело каждого. Однако он одобрял безбрачие, так как семейным христианам будет труднее служить Иегове и жить по его принципам. О преимуществах безбрачия нам сообщил апостол Павел в 1 Коринфянам 7:20-34. Поэтому, если кто-то из христиан не создает семью, то надо понимать, что в этом нет ничего постыдного или огорчительного. Как проявлять уважение к несостоящим в браке христианам? Нам нужно помнить, что безбрачными служители Иеговы могут быть по разным причинам. Кто-то осознанно выбрал безбрачие ради того, чтобы больше делать для Иеговы. Кто-то еще не встретил подходящую пару, а кто-то овдовел. Как бы то ни было, не стоит у них интересоваться, почему они не состоят в браке, или предлагать им помощь в том, чтобы устроить их личную жизнь, если об этом вас не просят. Если вы предложите им свои услуги, в кавычках, не одинокий брат или сестра могут растеряться или огорчиться, а это идет вразрез с советами из 1 Фессалоникийцам 4:11 и 1 Тимофея 5:13, которые поощряют усерднее заниматься собою и своими делами. Также их не стоит жалеть, ведь безбрачие – это не горе, а дар от Бога. Несостоящие в браке христиане будут благодарны, если самым важным для нас будет не их семейное положение, а прекрасные качества, которые они проявляют. Тогда они не будут чувствовать себя ущербными и ненужными, словно им говорят: «Вы тут не нужны». Вновь вспомним ключевой стих сегодняшней темы 1 Коринфянам 12:21. Они будут уверены, что в собрании их уважают и ценят. Подзаголовок «Проявляйте уважение к тем, кто не очень хорошо говорит на вашем языке». В последние годы многие служители Иеговы стали учить другой язык, чтобы больше участвовать в служении. Понятно, что прежде чем они станут свободно говорить на новом языке, могут пройти годы. Но если кто-то из таких братьев пожелает стать старейшиной или служебным помощником, бывает, что возникает проблема. Дескать, зачем брату назначение, если он плохо знает язык? И эти вопросы других старейшин можно понять, ведь незнание языка затрудняет сотрудничество. Однако, если такой брат все же желает быть старейшиной, совет старейшин должен оценивать его на основании библейских требований, а не на основании того, насколько хорошо он владеет языком собрания, в котором служит. 1 Тимофею 3:1-10, 12-13, а также Титу 1:5-9 сообщают о том, каковы эти требования для старейшин. Также
есть проблемы и у служителей Иеговы, переехавших в другую страну в поисках убежища или работы. Им приходится решать, в какое собрание ходить, на своем языке или на местном. Если они выбирают иностранное собрание, то ясно, что другим соверующим приходится больше с ними возиться, и возникает соблазн отослать их туда, где есть группа на их родном языке. Однако, стоит подавлять себе соблазн думать, что они не нужны здесь. Глава семьи сам решает, что будет лучше для его семьи, а соверующие должны уважать его решение и помогать им быстрее освоиться, если они выберут иноязычное собрание. К уважению других членов собрания поощряет текст Римлянам 15:7. Сегодня во многих собраниях могут быть братья и сестры, кому трудно дается новый язык. Им может быть сложно выражать мысли. Но если мы не будем сосредоточиваться на том, как они говорят на нашем языке, то увидим, что они по-настоящему любят Иегову и хотят ему служить. А видя эти прекрасные качества, мы сможем без труда уважать и ценить этих братьев и сестер. Мы не скажем им: «Вы нам не нужны», лишь только потому, что они плохо говорят на нашем языке. Подзаголовок: «Иегова нас очень ценит». Мы очень благодарны Иегове за то, что Он доверил нам ценное служение в Своем собрании. Независимо от нашего пола, семейного положения, возраста, характера, обстоятельств и так далее, все мы дороги Иегове, если Он призвал нас служить Ему. Значит, также дороги братья и сестры должны быть и нам. Если их ценит Иегова, то и мы без труда найдем в них много хорошего, если ближе с ними будем знакомиться. В этом благом деле нам поможет знание текстов из Римлянам 12:4-5, Колоссянам 3:10-11 и практическое их применение. Чего и себе, и всем вам, дорогие друзья и читатели, искренне желаем. Спасибо за внимание.